Всем привет, меня зовут Лиза, добро пожаловать на мой канал. Осень наступила, пора утепляться не только вверх, но и пора утеплять ножки. Поэтому я сегодня хочу вам показать подборку обуви для широкой ноги, для широкой стопы. Обувь из раздела White Fit с сайта ASOS. Тоже, что же мне удалось найти, есть ли какие-то достойные варианты, я вам, конечно же, расскажу. Кстати, хочу сказать, что я не очень довольна обувью с сайта ASOS, потому что она отвратительного качества. Конкретно, наверное, вот под брендом именно ASOS, который выпускается за другие модели, не буду ничего говорить, но вот именно та, что под брендом ASOS, две пары из двух у меня буквально тут же вышли из строя, не проносившись даже одного сезона. В общем, у меня были кеды белые от бренда ASOS. Надела, наверное, их раз 5, и в очередной раз, когда я мыла, обычно, если я не сильно загрязнены, я их протираю, и все окей. Тут же где-то я, видать, устряпалась и решила их полностью хорошо щеточкой промыть, прочистить, переворачивая их. И каково же мое удивление, когда на обоих, то есть это не тот случай, когда я где-то сама на что-то наступила и повредила обои, обе кеды, обе подошвы. Не знаю, как правильно сказать. В общем, и одна, и вторая подошва, и правая, и левая подошва на одном и том же месте была вся потрескавшаяся, практически с дыркой. То есть был такой неприятный сюрприз. А обувь я заказывала достаточно заранее. То есть я заказывала еще где-то в апреле, а носить начала уже, наверное, вот в конце мая, в начале июня. И вот в начале июня я пишу, ребята, вот такая неприятная ситуация. Носила несколько раз, и вот такие дырки им сфоткала. Они говорят: ничего не знаем, вы давно заказали, идите нафиг. Так что заранее обувь на сайте ASOS однозначно не стоит заказывать, только вот если вы будете ее прямо здесь и сейчас носить, чтобы, если что-то пойдет не так, была возможность сделать претензию, потому что потом, даже если вы не носили и надели, у вас первый раз что-то пошло не так, они скажут, что прошло слишком много времени, мы ничего не знаем, идите нафиг. И вторая пара, которую я вам буквально вот недавно, наверное, показывала, это были бежевые сандали, которые мне очень понравились. И та же самая история, я их носила, протирала, потом решила тщательно помыть, и, прошу прощения, голос уже сел, не могу говорить, говорю через силу, если мне плохо слышно, пожалуйста, прошу понять и простить. Вот, я их поближе подношу, начинаю чистить, и вижу, что у меня один, здесь уже один, просто вся подошва потрескалась, вся подошва в трещинах по периметру. Так что неприятненько. Стоит подумать, заказывать там или нет. Но, к сожалению, какие-то альтернативы я пока не могу найти, где бы я нашла обувь именно на широкую стопу, White Fit. Моя стопа странная. Вот по размерам, вот буквально недавно я замеряла, у меня стандартная шестой полноты, то есть стандартная обычная нога. А в обхвате это, по-моему, 20... В разное время. Я намеряла от 22,5 до 23 там, с копейками сантиметров. В какие-то моменты я намеряла 24,5 уже. В общем, непонятная нога. Но несмотря на то, что она вот вроде бы стандартная узкая, но мне гораздо комфортнее в обуви для широкой стопы. В общем, я не знаю, магия ног в полном разгаре, скажем так. Ну и, соответственно, и мне вам интересно показывать обувь размера именно White Fit на широкую стопу, потому что у многих есть такая проблема, и многие не знают, где просто найти обувь на такую стопу. Так вот, именно на этом сайте представлен целый раздел или каких-то альтернатив такого же масштаба я, к сожалению, не могу найти, и его, ну, приходится брать там, где приходится. Так вот, все, вступление закончилось, мой размер 39, стопа у меня 24,5 сантиметра, может быть 24,7, где-то так. Ботинки Челси, мне хотелось именно такие вот высокие Челси, дабы можно было это носить не только с брючками, но и с платьишками, с юбочками. Мне кажется, это выглядит очень интересно и очень классно. Здесь интересная такая вот текстура под рептилию. Наверное, под рептилию или какого-то крокодильчика, в общем, под что-то такое. Они очень удобные. Это шестой размер, то есть 39-й White Fit. Бренд это Z-Code Z.
И вот эту модель я, скорее всего, даже оставлю, потому что она мне нравится. Несмотря на то, что здесь вот есть такой небольшой косячок. Не знаю, видно вам нет, но здесь есть такая вот какая-то вмятинка. В принципе, это не бросается в глаза и как-то меня особо не смущает. Удобно залазить, их удобно снимать. И это весьма неплохая модель, они достаточно бюджетные. Ссылки вам оставлю, цены можете посмотреть. Хочу вам показать ужаснейшую альтернативу. Я на выбор еще заказала вот такие вот Челси. Они, во-первых, выглядят гораздо отвратнее. Ай, разбежали. Во-первых, мне не нравится вот этот шов посередине. Он меня прям максимально смущает. И их категорически неудобно надевать. Несмотря на то, что формат абсолютно тот же, те же высокие Челси без замка, но в них еле нога пролазит. К тому же для меня было прям таки удивление, потому что обувь пришла не в коробке, а просто в пакете. Что? Вы серьезно отправляете обувь просто в пакете? Вас не смущает, что она может помяться, погнуться как-то, в общем, что, собственно, и произошло, либо же, я думаю, что, скорее всего, просто их кто-то уже примерял до меня, и не очень аккуратно, потому что если здесь вот она, пятка нормальная, и, судя по всему, здесь очень отвратительная картонная пятка, потому что здесь кто-то примерял, и внутри вот этого ботинка, внутри внешнего слоя и внутренней подкладки, вот эта картонка, она просто сплющилась, смялась, и носить их однозначно невозможно, потому что оно там мешается. Это никак не подлезть, не расправить, как бы вы там ни старались. В общем, отвратительные. Модель пришла бракованная, выглядит ужасно, и, в общем, они не стоят даже тех денег. Вот сюда я прикреплю сейчас фото, сейчас вы видите то, что должно было мне прийти, и то, что пришло. Да, почти то же самое, а чё бы нет, это абсолютно другая модель. Те на плоском ходу, на шнуровке, эти... На каблуке, без вообще без какой-либо застежки. Они очень неудобные. У меня есть похожая модель на каблуке. По-моему, там даже каблук еще побольше. И они настолько удобные. В них я просто бегаю, как в тапочках. Каблук вообще не ощущается. Здесь же совершенно неудобная обувь. Это у нас Truffle Collection. Эти Zikudi. А эти у меня кто... Made in Italy даже написано, представляете? Так, кто это у нас? А, Asos Design, собственно, что и требовалось доказать. Обувь от Asos именно, я прям категорически не рекомендую, прям, да, какашка. Так вот, вернемся к этим. Они тяжелые, они неудобные, и это не то, что я заказывала. Что за нафиг? Размер, хотя бы размер тот, 39-й, 6-й, английский какой-то, или что, как это правильно сказать. В общем, естественно, это возврат. И большой проблемой для меня, и я думаю, для любой девочки плюс сайз, будет это высокая обувь, это сапожки, ботфорты, потому как обхват ноги достаточно большой, и стандартная обувь, конечно, не налазит. То есть, почему я еще заглядываю этот раздел, потому как обувь White Fit подразумевает и широкое голенище. Собственно, мне было интересно посмотреть ботфорты. Но я бы назвала это даже, знаете, это не прям ботфорты, я бы скорее назвала это сапоги-чулки, потому что это достаточно мягкая такая ткань. И, собственно, что же можно найти на достаточно большую ногу? В общем, мне было интересно попробовать ботфорты. Посмотрите, какие длиннющие. Вот такие вот. Классные, на самом деле, ботфортики. Хороший объем. Здесь влезет достаточно широкая стопа, потому что я там в них вообще кайфую и отдыхаю. Это 6V, соответственно, это у нас... 39 размер. От какого они бренда? На удивление, этот Asos... Хотя нет, почему я удивляюсь? Это Asos Design, и это опять-таки косячная обувь. Уже их никто не носил, но уже на них есть трещины на подошве. Здесь пока еще не трещина, здесь видно, что некачественно проклеено. В общем, помимо того, что они не очень хорошего качества, почему я их еще не оставлю? Потому что это все же искусственная кожа. Сапоги достаточно высокие,
и нога будет максимально в них преть, потому что оно прилегает по ноге. Никакой вентиляции у ноги нет, и в искусственной вот этой коже будет максимально некомфортно, максимально быстро вы будете, ну извиняюсь, выражение, нога там будет преть, потеть. И, конечно же, я не рекомендую эту модель, и она поедет обратно. Как классная альтернатива, которая остается у меня, я могу вам предложить ботфорды из искусственной кожи. Бренд это у меня Raid, размер также 39, но здесь не написано, что это wide fit. Здесь просто 39 стоит без буковки V. Ну и на самом деле они действительно не очень широкие. Если у вас прям очень действительно такая хорошая полнота, то они будут вам узкие, потому что они все же, я бы их не назвала прям на широкую стопу, потому что они достаточно узкие. Нога, вот моя нога, она прям вот впритык. Если у вас шире стопа, то однозначно не зайдет. Но, блин, они прям классные. Они достаточно высокие, в них не жарко, нога не потеет. Здесь жесткая пяточка, а вот эта часть уже даже носочек, она более мягкая. То есть получается у них жесткая пяточка и вот эта часть. То есть получается как туфли, а все остальное мягкое. Будет классно с юбками, с платьями. Это не та обувь, которую я буду носить прям каждый день. Но это та обувь, которая необходима, чтобы была на всякий случай, когда захочется. Я ищу идеальные свои такого плана сапожки в бежевом, в коричневом цвете, но, к сожалению, вот с коричневой обувью и с эти большие проблемы, потому что я не смогла там вообще ничего не найти, поэтому у меня сегодня вся черная обувь, хотя мне по факту нужна в гардероб бежевая, коричневая обувь, вот. Но ничего, не будем расстраиваться, будем искать где-нибудь, и я найду свою идеальную пару, вот. В общем, скорее всего, да, это останется, потому что они весьма неплохие, немножко широковаты мне вот здесь, хорошо тянется. Кстати, когда я их достала, мне показались такие прям узенькие, думаю, я прям расстроилась, думаю, ну, моя нога сюда не сойдет, у меня-то больше, а здесь вон как мало места, но знаете, на удивление, отлично зашла, я думаю, что еще немножко побольше даже нога зайдет, потому что оно прям вот очень хорошо тянется, прям рекомендую, классные ботфорды. И последний на сегодня вариант, который я вам хочу показать, это тоже ботфорды, максимально очень похожие на мои предыдущие. Здесь гораздо удобнее часть именно вот для ступни, потому что здесь шире. Здесь прям написано, что это 6В. Здесь я вижу косяк. Но вот здесь вот есть царапина. Они, по-моему, немножко даже повыше, чем предыдущие. Здесь из удобного есть такой вот шнурочек, которым можно подтянуть и зафиксировать, чтобы они никуда не скатывались, сваливались, если они вам большеваты. Также здесь чуть хуже тянется, но все достаточно неплохо. Они нормально на меня залазят, но здесь есть один большой минус. Это вот этот шов. Вот. Вот он шов. Непонятно, для чего он сделан, потому что вся ткань тянется, этот шов, он не тянется, и он ужаснейшим образом просто адски передавливает ногу, остается след. Во время примерки это просто была адская боль, поэтому я быстренько вам показала. Один я даже наверх не стала натягивать, потому что было настолько больно, это просто какой-то кошмар. Я не понимаю, зачем делать вот этот шов, если вы делаете обувь на широкую стопу, широкую икру, тем более вот тянущийся здесь материал, и вот этот шов, это какое-то абсолютное недоразумение, вот, то есть это прям провал, абсолютный провал, несмотря на то, что вот эта часть здесь удобнее, но вот эта часть просто ужасно отвратительна. Я уже абсолютно не могу говорить, надеюсь, вам было интересно и полезно. Не забывайте ставить пальчики вверх, подписывайтесь на мой канал, и всем пока-пока, до новых встреч!